Привет, МДжей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история, и я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Значит, мы снова общаемся. Классно. Вы могли слышать о грабеже на аукционе Роузмана, но вы вряд ли знаете, а мои источники знают, что нападавшие носили маски. Ужасные демонические лица. Вот еще один пример замаскированных преступников, порожденных появлением Человека-паука. А вы как думаете? Вы в эфире с Джейм Джоной Джеймсоном. Ага, я вас понял, но Человек-паук сегодня задержал этих парней. Считать его таким же только потому, что он тоже в маске, нечестно. Это типа предубеждение. Неверно. Вот вам маленький урок словесности, друг мой. Предубеждение – это суждение о ком-то, вынесенное еще до знакомства с его личностью. А я знаю о Человеке-пауке все, что нужно. Он носится вокруг, порождая хаос. С помощью маски он избегает ответственности, а броским костюмом привлекает внимание, чтобы удовлетворить свое гигантское эго. И что бы я начал делать, если бы был психически неуравновешен и увидел, как ему все сходит с рук? Это называется подражание, люди. И это разрушает Нью-Йорк. Всем постам ведется преследование. У нас вызов в нижнем ист-сайде, прием. Машина не зарегистрирована, у вас нет прав. Надо остановить их. Молодой человек, я конфискую автомобиль! Задает Человек-паук! Пошли, не дороги! Пушки есть? Так стреляй! Пора на выход! Хорошо, что я их поймал. В городе и так хватает лихачей. Диспетчер, все под контролем. Задержали подозреваемых. Да, вот так! Здорово! Thanks, big guy. You're okay in my book. Никогда не видел вас так близко. Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Обычно в это время мистер Ли у себя.
Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Ага, понятно. Демоны, значит, хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Как вы тут держитесь? Этот придурок считает, что я перееду к своей дочери. Было бы классно. Но она не предложила. И не предложит. Я никуда не перееду. Не загадывай раньше времени. Не стоит. Ну, я никуда не денусь. Обещаю. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу ей быть осторожным. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Внимание, авария. Алло? Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Капрал Декситер пришел на примерку.
Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Да! Эй! Эй! Что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни черта. Мистер Осборн? О, ну хватит, сколько мы уже друг друга знаем. Я мистер мэр. Да Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Тише, тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер... Какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Хотел бы я помочь Доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю.